Даже привередливый автомобилист согласится с тем, что в последнее время дефектов на дорогах Воденцова стало заметно меньше. А провалившиеся или лопнувшие решетки колодцев ливневой канализации и вовсе исчезли. Причина такого улучшения – планомерная работа городского муниципального предприятия «Водосток». Вы застали заключительную стадию проведения работ по ремонту дождеприемного колодца. Здесь несколько недель назад решетка дождеприемная начала проваливаться, то есть была разрушена верхняя часть дождеприемного колодца. Вчера ремонтная бригада провела основную часть работ, то есть заменили верхнюю часть колодца, установили опорную плиту, на нее решетку, сделали подбетонку, а вот эта заключительная стадия, то, что мы сейчас с вами наблюдаем, это восстановление асфальтобетонного покрытия. Приемные колодцы ремонтируют и промывают в теплые месяцы. А вот ремонт дорожного полотна идет ежедневно круглый год. Итоги ремонтного сезона подводить пока преждевременно, но за два с небольшим месяца сделано немало. Нужно понимать, что ремонт дорог такими вот метровыми картами – дело более трудоемкое, чем укладка свежего асфальта. Ямочного ремонта выполнено уже порядка 500 квадратных метров. Это вот по планам этого года 500 квадратных метров восстановительного ямочного ремонта. И уже не менее десятка колодцев, наверное, отремонтировано. Информацию о подобных выбоинах можно передать в дорожный отдел городской администрации или сотрудникам самого предприятия «Водосток». Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».